Накануне в Москве прошел парад Победы в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. По Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих, 234 единицы военной техники, а в небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В этом году задействовали рекордное количество новейшей техники – 24 образца. Напомним, в параде Победы приняли участие и химчане, курсанты Академии гражданской защиты МЧС России. Это единственный вуз в системе ведомства, чей парадный расчет проходит торжественным маршем по Красной площади. В этом году уже в 19-й раз. В юбилейный год парад Победы прошел не традиционно 9 мая, а 24 июня. И эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 75 лет назад, состоялся легендарный парад победителей. Тогда по Красной площади прошли воины, отстоявшие Москву и Ленинград, победившие фашистские войска под Сталинградом и взявшие штурмом Берлин. Кроме того, 24 июня 1941 года Франклин Рузвельт и руководитель движения «Свободная Франция» Шарль де Голль заявили о полной поддержке советского народа в его борьбе с фашизмом.